Into the thick of it. Jump over your phone with this filter. Лёша подобрал. На. Куда розовый? Я куда, на пол? Ну нет. Ташка, скажи, что ж такое, Лёш, будешь? Gucci flip-flops, fucking hit your bitch and massage. Если не сосёшь мне, тогда живо умирай. Соси. Доставай наличку, не убирай. Yeah. Ты знаешь, я люблю, как ты. Представляться, когда я вхожу, делать вид, что я вам рад и всеми вами дрожу. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Бища аристократичный папочка. Видишь, на крыльце ночная бабочка. Мне нужен только тот, ты как русалочка. Она ищет клад на моей ка. Холодный Питер, но тебе можно один. Почему ты думаешь, что я несчастлив? Но здесь нехуй ловить. Если ты хочешь встречаться, я за всех заплатил. Мы огонь, мы горим. Халав, закал, потом снова скрутил. Детка, это московская попса. Тёлка, тёлка. Твои провода, было много обещаний, но всего да. Fuck you! Fuck. Я не хочу искать сотни других, черты которых не видел в тебе. Ты заменила мне целый мир. Спасу этот мир от всех. Говори адрес, я тебе воды попишу. Возвращайся. Давай жить как раньше. Не хочу. Не без вас отлично живется. Охренела, что ли? А что ты тут развалилась? Да я просто прикумарить могла. Няня!
If I fuck you off this perk, you gon' think a nigga trip. If I fuck you off this perk, I'ma have that pussy drip. Let me fuck you off this motherfucking perk, bitch. Let me fuck you off this motherfucking perk, bitch. Let me fuck you off this motherfucking perk. Yabule kabule no yabuisha ga. Yabule kabule no. Пока что не знаю, как назову тебя. Как там ее звали? Оливье? Вообще-то я Оливия, тупица. Надеюсь, что ты вырастешь очень доброй, умной, красивой девочкой с такими же шикарными волосами, как у твоей мамы. Если ты будешь рядом, мама, мне ничего не страшно, правда. Так же, как и в детстве моем, мы все вместе переживем. Ты всегда будешь рядом, мама, а я взрослей намного стану. Навсегда останусь сердцем, сердцем твоим. У меня со всеми есть проблемы. В большей степени с личной жизнью. Но она провалилась, как и вся моя жизнь. Это канал теперь не для шуток, это канал для грусти. Я решил снять что-то типа влога, как проходит мой день. Я знаю, что это никому не интересно, и скорее всего этот влог наберет 0 просмотров. Так вот, когда оператор у меня спросила, на скольких персон палочки, я сказал, на одного. И она бросила трубку. Уже охренели эти голуби. Слышь, курлык, курлык, ёпта. Похоже на слезку? Да. Очень. Ну да. Так, на секунду. Держись. Like a criminal undercover, gone pop like trouble, breaking into your heart like that. I should have stayed at home, cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? У меня со всеми есть проблемы. В большей степени с личной жизнью. На самом деле я никому не нужен, и просто это, скорее всего, было совпадение. Но она провалилась, как и вся моя жизнь. Так, решил снять что-то типа влога, как проходит мой день. Я знаю, что это никому не интересно, и, скорее всего, этот влог наберет 0 просмотров. А еще мне говорили, что я самый худший внук, но я думаю, так тоже у всех, да? Когда оператор у меня спросила, на скольких персон палочки, я сказал, на одного. И она бросила трубку. Мне прислали какую-нибудь машину для убийств. Диск сейчас выкрутится, выпрыгнет, и мне в лицо. Было бы смешно. Это канал теперь не для шуток, это канал для грусти. Грусть снимают вдвоем, с друзьями. Я даже не буду шутить на эту тему. Я сделаю это один. Даже не буду это мыть, так что если я умру, то это будет интересный опыт. Кого-то впирала, это дура, дури, мара. Она, она была, думал, улетала. В теплые края, лето, море, песок. Но мне тебя мало. Знаешь, сообщений. Я по-настоящему улыбаюсь. Снова-снова осколки в разорванной струне. Снова-снова осколки в морозном окне. Я хочу, так хочу твою любовь поднять. Иногда то, что ты начинаешь спонтанно, в итоге становится чем-то важным для тебя. А я один.
Почему ты думаешь, что я несчастлив? Но здесь нехуй ловить. Если ты хочешь встречаться, я за всех заплатил, мы огонь, мы горим. Сейчас не монстров надо бояться. Люди. Куда страшно? Именно. Я пытался покончить жизнь самоубийством. Но из-за тебя у меня ничего не вышло. Все пройдет. Иногда кажется, что выхода нет. Но пройдет время, и все будет позади. Можешь не верить сейчас, но однажды ты вспомнишь обо всем с улыбкой.